Доброго дня! В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Це вас хвилює». А хвилювати нас сьогодні буде шкільна адаптація, підготовка дітей до школи. Тож з радістю представляю вам сьогоднішнього нашого гостя. Це Оля Алексєєнко, психотерапевт, практичний психолог загальноосвітньої школи номер 14. Вітаю вас, Олю. Здравствуйте. Надзвичайно цікаві наші постійні зустрічі. Mm-hmm. Сьогодні тема також, тому зацікавить наших телеглядачів. Це адаптація дитини до школи, підготовка школярів. Як зробити так, щоб максимально все було комфортно, як для дитини, так і батьків. Хочу нагадати вам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож телефон, який ви побачите зараз на своїх телеекранах, можете телефонувати, ставити свої запитання. І наш сьогоднішній гість, психотерапевт, практичний психолог Алексєєнко Ольга, відповість вам на ці запитання. Тож, почнемо тему, а наші телеглядачі, я думаю, підхватять і будуть телефонувати і ставити свої запитання. Отже, що ж таке це взагалі адаптація? Кожен чоловік в своїй житті, этот на протяжении всей жизни проходит период адаптации. То есть этот процесс присущ каждому человеку. Что же это такое? Это приспособление к новой окружающей среде и требованиям к новой окружающей среде. То есть такой термин. Да. И наши дети, шестилетние. Шестилетние. Сталкиваются с этим термином. Какая бывает адаптация? Адаптация бывает физиологическая. То есть это приспособление человека или, ну, или взрослого человека, или ребенка, организма взрослого человека или ребенка к каким-то физическим условиям. Температуры, там, влажность, осветление. Знаете, как мы когда с яркого солнца заходим в темный подъезд, да, нам нужно какие-то несколько секунд, чтобы наши глаза адаптировались. Вот это и есть физиологическая адаптация. Или когда мы, ну это уже более длительный такой процесс адаптации, когда мы едем там, с севера на юг или наоборот с юга, там очень холодные страны, там тоже нужно иногда нужен... неделю, допустим. Если мы зимой поедем в Египет отдыхать, то сам процесс адаптации около недели у нас и будет. Да, наш отдых там получается. Весь отдых проходит в процессе адаптации. Ну, на самом деле это так и есть. Да. Дальше. Адаптация еще бывает социальная. То есть это интегрированный показатель состояния ребенка, как он может приспособиться к изменениям окружающей действительности. То есть как он относится к людям, к сверстникам, событиям, как он учится, он умеет регулировать свое поведение или нет. И адаптация бывает психологическая. То есть это приспособление ребенка как личности к изменениям окружающей среды. То есть и согласно требованиям этой окружающей новой среды, вот поступление в школу, там, детский сад, если... И мы будем говорить о пятиклассниках, то переход в другую, среднее звено школы. То есть вот это изменение, как ребенок на себя может примерить и как он способен выразить себя в этой новой среде. Вот вы немножко затронули мой следующий вопрос, так вот частично. Какие бывают периоды адаптации? Вообще адаптация, если так разделить условно, можно разделить на 5 периодов. Первый период – это до года, первые 3 месяца рождения ребенка. Самые такие критические, когда ребенок только что родился, и как он адаптируется, он 9 месяцев был у мамы в животике. А тепленько теперь он... было. Тепленько, всё комфортно, хорошо. Да. А теперь и там в основном… Тихо. Тихо, да. В основном происходят физиологические приспособления ребенка к окружающей действительности. Дальше, второй период – это когда ребенок учится говорить. То есть здесь происходит у нас как бы социализация ребенка, да? Он приспосабливается с помощью речи к окружающей действительности, к родителям, к внешним каким-то проявлениям, к чужим людям, да? Дальше, третий период – это когда ребенок попадает в коллектив. Тоже это как-то больше социальная такая адаптация. Это садик или школа, если у кого садика не было, да, или ясли. Четвертый это период адаптации, это школьная адаптация. Угу. Это первый класс, пятый класс, десятый класс. И пятый, последний период адаптации – это взрослый период адаптации. То есть адаптация в семье, адаптация в институте, адаптация к работе, к новой работе, да, когда человек переходит там, или с одного места, или просто устраивается на работу. То есть адаптация в трудовом коллективе. А когда адаптация проходит у человека проще всего? Когда он ребенок или когда он взрослый? Или это зависит от человека?
Это зависит от человека, от личности. Конечно, когда хорошо, когда ребенок проходил вот эти свои периоды адаптации, да, и когда он стал взрослым человеком, он уже умеет опыт, все-таки у нас это накапливается, и он умеет, если было правильно протекала адаптация, то есть ему и в взрослой жизни этот период легче переносится, если какие-то были нарушения, дезадаптация была в какой-то вот школьный или детский период. Ну, о таком термине, как дезадаптация, мы поговорим немножко позже, все-таки продолжим тему адаптации, говорим сегодня о школьниках. Если, друзья, у вас есть вопросы, если ваш ребенок будет идти в школу, если он уже сейчас пошел в школу, и у вас какие-то возникают вопросы, пожалуйста, звоните, наш сегодняшний гость вам обязательно поможет ответить на эти вопросы. Так, следующий вопрос, конкретно говорим по школе. Дети, 6 лет. Вот, например, лично меня в школу отдавали в 6 лет. Я смутно помню, как это, ну, мне, наверное, не очень понравилось, если я не запомнила. Но как, вот вопрос такой вот, когда отдавать в школу? 7 лет, 6 лет. Одни говорят, лучше, чем раньше, тем проще. Дети сразу после школы, после садика сразу же в школу. Это у них проще пройдет. Некоторые говорят, что нет, наоборот, им нужно еще время, они еще не готовы. Вот тут вот эта вот конфронтация двух мнений. А ваше мнение как психотерапевта, как психолога? Давайте посмотрим, разберемся, вот как проявляется адаптация, да, и что происходит у ребенка. Мы плавно перейдем к этому вопросу, стоит ли отдавать ребенка 6 лет или 7 лет в школу, да. Что получается, если ребенок тяжело проходит адаптация, это как проявляется? Нежелание идти в школу, страхи, неприятие тех условий, которые ребенок получает в школе, да, потеря аппетита, нарушение сна, повышенная утомляемость, да, возбудимость, капризность ребенка. Вот эти все проявления накладываются на так называемый кризис 7-летнего возраста. Не зря же, ну, еще раньше ученые это вывели, что существуют кризисы у нас, да, у каждого человека в периоде жизни. Это 3-летний, там, 7-летний, так дальше, подростковый возраст. Вы представьте, ребенок идет в школу 6 лет, да, и на него нахлынет это все, две волны, то есть адаптация идет к периоду обучения, новая среда, да, новый коллектив, какие-то требования, сидеть нужно там 35 минут, потом 40 минут, там 45 минут, да, все равно. Да, если тебе скучно, ты не можешь встать уйти. Не можешь. А еще дети какие бывают? У нас гиперактивные дети, бывают дети с задержкой психического развития, вы представляете, как? Какое это все на ребенка? Ну, мне очень сложно было вот в школе, то, что я уже все сделала, а я еще должна просто сидеть. Сидеть, да. Это было очень сложно. Потому что происходит адаптация, и происходит еще кризис, как раз 7 годам наступает кризис 7-летнего возраста. Только к 7-летнему возрасту что происходит? Что такое кризис 7-летнего возраста? Это у ребенка меняется тип мышления. То есть наглядно-образный был тип мышления, да, на словесно-логический. Что это такое? Это получается, что постепенно происходит изменение вот образности, да, каких-то восприятий мира на логическое восприятие мира. То есть ребенок начинает учиться, начинает делать какие-то умозаключения, что-то еще, да. То есть меняется тип мышления. Дальше. Только к 7-летнему возрасту происходит такое. Я концепция, как я социум. То есть он воспринимает себя, ребенок воспринимает себя личность к 7-летнему возрасту, как он социальная личность. То есть до 7-летнего возраста он себя, я центр вселенной воспринимал, да? А к 7-летнему возрасту он воспринимает себя, как я социум. Дальше, что происходит еще к 7-летнему возрасту? Ведущий вид деятельности у детей у нас игровой. А здесь появляется познавательный, то есть учебный вид деятельности происходит. И вот именно когда вот эти факторы, здесь очень главное, ну так получилось, что мы детей отдаем, ну, 6 лет в школу, хотя по физиологическим причинам лучше детей отдавать 7-летнего возраста. А что значит физиологические причины? Они то есть... не могут выдержать... Без мамы, без родителей или что? Ритм, ритм. Вы представляете, нужно все-таки отсидеть 4 или 5 уроков в школе с утра, да?
8, в полдевятого или 9, у кого как, в каких школах начинается занятие. И представьте, по 45 минутам или по 35 минут уроки, и еще плюс переменки, да? Это нужно высидеть. Я вот взрослая, я вообще с ужасом сейчас об этом думаю, что вот так сидеть, это сложно. Да, на самом деле, конечно, вот взрослые сложно. Говорят, что это было чудесное время, но на самом деле очень мы большая нагрузка. Мы не помним нагрузка, этого да. времени. Это очень большая нагрузка на ребенка. Но мы шли, если взять мое детство, то мы шли с 7-летнего возраста в школу, да, и учились 10 лет. Сейчас дети идут 6-летнего возраста и учатся 11 лет в школе, да. И программа все меняется, увеличивается, усложняется, и это идет нагрузка на физиологическую структуру ребенка, то есть искривление позвоночника, психосоматика, тяжеленные портфели. Портфели, это просто уже притча во языцах стала. Тяжеленные портфели, которые нужно носить, книги, да, тетради, ручки, там, карандаши, ну, вы представляете, какая нагрузка идет на не сформировавшийся позвоночник ребенка. И поэтому... Потому что зрители сейчас нас смотрят, думают, просто страшно ребенка в школу отдавать. Нет, не все так плохо на самом деле. Не все так плохо, да. Адаптация вот ребенка первоклассника, какая она бывает? Например, активная адаптация. Угу. То есть что происходит? Могут быть протесты, слезы. То есть активно выражается эмоциональная ребенок составляющая. Говорит, я не буду туда идти, кричит, капризничает. Да, не будет, я не буду туда идти. Давайте будем разбираться, почему он не хочет идти. Здесь очень важно наладить процесс, знаете, такая тригрань, то есть треугольный такой: ребенок, родитель, учитель. То есть обязательно родитель должен быть в курсе, что происходит с ихним ребенком в школе. Это и общение с учителями, это и общение со своим ребенком, это и правильно построенный режим дня ребенка, это и понимаете, умение вовремя сделать уроки, отдохнуть, то есть знание режима дня. Советуется, что кружки и нагрузки в первые месяцы вот все-таки следует отложить. Потому что, чтобы ребенок больше привык к школе. Больше привык к школе. Раз у нас такие существуют реалии, что мы идем 6 лет в школу, значит, нужно быть готовым к этому. Дальше такая вот более часто встречающаяся периоды адаптации – это отложенная и пассивная адаптация. И они проявляются больше в психосоматических проявлениях, то есть нарушение аппетита, вкусовых качеств. Вроде бы там ребенок идет в школу, все как хорошо, ему там нравится учиться, да, но что-то происходит, скорость и качество усвоения информации, потом привязанность к ритуалам, регресс происходит, например, в детский возраст. То есть я хочу в садик. Ребенок понял, что это такое. Я тоже хочу в садик. Там здорово. Да, там здорово. Изменение характера сна, повышается утомляемость, да, ребенка. Вот это все сказывается на состоянии здоровья ребенка. Почему дети начинают болеть? Потому что происходит перестройка иммунитета организма. Да, в садик, как в садик, там 20 человек в группе, да, ну 30, а здесь уже, и они как бы в закрытом, да, помещении находятся, а здесь же открытое помещение, да, и тоже каждый приходит со своими там проблемами, со своими болячками в школу, да, и ребенок это все подхватывает. Хорошо, если ребенок в садике переболел вот этими всеми какими-то детскими заболеваниями. Организм как-то укрепился, да, к школе. Но бывают такие случаи, что дети вот день проходили, 2 дня в школу, болеют неделю. День проходили, 2, болеют. Но это нужно пережить. Ничего так страшного нет. И еще бывает такой период, как это проваленная адаптация. То есть адаптация вообще прошла с низкой успешностью. Ребенок, это получается, что как бы получился затяжной период этой адаптации тоже. Затяжные какие-то кризисы, затяжные эмоциональные состояния ребенка, да. Он проявляется в том, что выходит в какую-то дезадаптацию ребенка, вот, вот это,
этот период адаптации. Если а какие это... причины? Это вот что родители? Родители должны больше внимания смотреть. Да, конечно, родители. Потому что обычно слышишь, что это все школа виновата. Нет. Нет, 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 нет. Здесь нельзя сказать, что только это школа виновата. Да, вот школа виновата, мы отдали ребенка в школу, все, занимайтесь им. Нет, здесь должен, как я повторяюсь, быть треугольник, взаимосвязь ребенок, учитель и родители. Они на протяжении всего школьного периода должны взаимодействовать. Потому что где-то родители упустили, да, где-то школа могла упустить. Тоже учителя и разные бывают, они же тоже люди, да, у них тоже какие-то есть эмоциональные составляющие, личности, характер, какие-то, и семья есть, да, там, и разные проблемы. Понятно, все мы люди. Ну, вообще, в принципе, профессия учителя, мне кажется, это самая сложная, одна из самых сложных в мире. Потому что постоянно ты работаешь с детьми, и тебе нужно быть интересно и держать их всех в дисциплине. Дисциплине, не да. Сойти с ума при этом. Ты должен быть при этом авторитетом и другом для своих учеников. И требования очень высокие. Да, потому что родители доверяют тебе своих детей. Тут ну, сложная профессия, поэтому, конечно, учителя вы молодцы. Еще такой вот главный, да, если взять первоклассников, постепенно мы переходим к тому, что, ну, они дети адаптировались, в основном они, масса основная детей быстро адаптируются, то есть быстрая адаптация происходит, да. Дети, получается, они ходят в школу, там, они рады, но нельзя требовать от ребенка в том, чтобы он хорошо учился, там, от только отличник и все там, и быстро подстроился под изменения школы. Нет, это пройдет постепенно, он привыкнет, он освоится. Дать ребенку, притом контролируя, чтобы он выполнял все свои обязанности как нового члена общества, то есть как ученика. Угу. То есть, и если взять постепенно, мы приходим, это был первый класс, да? Но еще у нас очень важная есть адаптация пятиклассников. Казалось бы, уже адаптировался к школе, что там, какая разница, пятый, четвертый. А вы представьте ситуацию, вот они в четвертом классе, да, у нас есть иерархия. Первый, второй, третий, четвертый класс, да. Первый класс – это малышня, там, да, четвертый класс – это уже взрослые дети. Если на них посмотреть, это действительно, они уже важные, они ходят по школе, такие они уже сориентировались, что да, они уже взрослые. И тут они переходят в пятый класс. А что значит пятый класс для средней школы? Это малышня. Это малышня. Потому что, вы представляете, у них там они были выше первоклашек, а теперь они стали ниже одиннадцатиклассников. Как они на это будут смотреть? Смотрите, какой кризис происходит у них, и что у них изменения в голове происходят. Еще, это первый момент. Второй момент. У них там был один учитель, а здесь много учителей. И под каждого учителя нужно подстроиться. У каждого учителя свои требования. Каждый учитель требует, чтобы его предмет дети знали, изучали, да? И здесь уже происходит становление. А мне то нравится, а мне то не нравится. А мне то тяжело, а мне то не тяжело. А еще не забывайте, что пятый класс – это предподростковый возраст. Угу. То есть когда… Тут опять идет наслоение. Наслоение, да, тоже. Не, ну, не совсем здесь наслоение, но через несколько лет у нас начнется подростковый возраст, начнется подростковый кризис, когда… Главным для нас станут сверстников, да, а не родители, там, учителей, да. И при этом главная задача здесь пятиклассников – плавный и мягкий переход, вот это обеспечение тоже родителей и учителей, чтобы плавно и мягко перешли от младшей школы к средней школе. Здесь нужно осознать, что вы уже стали старше, да, да, есть одиннадцатиклассники, есть, но… У вас все впереди. Ну, это такое хорошее приспособление к жизни. Вот как они впускаются, они вот с детства понимают, что
ты сейчас самый главный пятиклассник, но через год ты будешь вообще никем, ну, практически в школе. Да, потом начнется учеба. Почему многие дети забрасывают, как можно так сказать, учебу где-то в классе? В 7, 8, 9, там, не хотят учиться, это подростковый возраст. Да, здесь тоже нужно держать все на контроле. Потом, а они, когда перед поступлением в институт, уже 9, 10, вот больше даже 10, 11 класс сейчас на данный момент, то есть они выравниваются в учебе, они стараются что-то наверстать упущенное, потому что они понимают, что им нужно дальше продолжать образование. А во время вот такого вот отвлечения немножко от темы, во время подросткового периода, что лучше, нагрузить ребенка чем-то, вот такое мнение есть, нужно нагрузить ребенка, который вот капризничает, не слушается родителей, какими-то дополнительными кружками, чем-то заинтересовать, или пускай вот оно все равно пройдет? Чтоб не было в него времени на всякие глупости. А что такое глупости? Ну вот ходить там, как говорится, со своими сверстниками что-то там делать. Хорошо. Да? Да, хорошо, можно ходить. При этом, нет, нужно спросить в первую очередь мнение ребенка. Родители должны спросить, хочет ли он тот кружок ходить. Может, он не хочет туда, может, он что-то другое хочет, да? То есть разговаривать постоянно. Мы постоянно говорим, что разговаривать с детьми. Потому что, ну да, мы отдадим его в какой-то кружок, а ему не хочется идти туда. Или он вообще не приспособлен там, к какому-то виду спорта или к какому-то виду искусства. Это понятно, да? И вот вы часто уже встретили как бы там взрослого человека, там, серьгами в ушах, там, с какими-то там проколами, там, или там татуировки, да, как, или эмо взрослые есть, ну, наверное, нет. Что их не... Ой, встречаются, конечно, но это те люди, которые застряли в этом возрасте, ну, да. То есть мы перерастаем этот возраст. При помощи, конечно, родителей, школы, да, если у нас было правильное понимание нас как личности, родителями в первую очередь, принятие, понимание и принятие нас как личности, тогда мы спокойно перерастем этот подростковый возраст. Всегда возникают протесты. Не бывает подросткового возраста без протестов этому миру. Но мы такие, мы должны протестовать, мы должны доказать свою значимость и самость в этом мире. Прежде всего, самому себе. Самому себе, да. Хорошо, есть такой еще термин, как причина школьной дезадаптации. Вот у нас немножко осталось 4 минуты, вот как-то так. Скажите, какие причины? Причины – это, давайте разобьем так на несколько блоков. Это первое – это неправильные методы воспитания в семье. То есть второй блок – это нарушение взаимоотношений в школе. И третий блок – это некоторые психологические и психические расстройства развития ребенка. То есть особенности. Особенности, да. Неправильные методы воспитания в семье. То есть завышенные ожидания от ребенка. От ребенка хотят то-то, то-то и то-то, но не зная его потенциала, мы требуем от ребенка очень многого. Дальше. Поражение воспринимается неадекватно. Ну, ошибся ребенок. Ну, что-то плохое поведение, да? Мы ругаем ребенка за это. Ну, давайте не будем ругать его, там, если что-то не так сделал, да? Дальше. Воспитание ребенка по типу кумир семьи. Вот есть такие дети. Обратная сторона. Да, сторона, да? Вот все, кумир. Все служат. Бабушка, мама, папа. Дедушка, да, все. Потом, равнодушное отношение родителей к учебе ребенка. Тоже такое очень часто встречается. Частые конфликты с ребенком, да, или вообще в семье по поводу учебы ребенка. Где и как учиться, что будет делать ребенка. И поэтому проявляется равнодушие у ребенка к учебе. То есть это причина школьной дезадаптации. Дальше. Второй блок – это нарушение в системе отношений в школе. Да? Тут что? Тут у нас что... осталось 2 минуты, нам показывают. Что здесь нужно выделить? То есть некорректное отношение учителя к ученику, некорректное отношение
сверстников к ученику, да, вот эти вот главные моменты нужно выделить. И некоторые особенности психологического, психического состояния ребенка. Это невысокий интеллектуальный потенциал ребенка. Что еще? Трудности к волевой регуляции и саморегуляции ребенка. Завышенная самооценка или наоборот, заниженная самооценка. Агрессивность, замкнутость, какие-то физиологические моменты, да, ребенка, инвалидизация ребенка или какие-то психосоматические расстройства ребенка, они тоже влияют вот на причины школьной дезадаптации. Спасибо вам огромное. Это была очень увлекательная и полезная беседа. Я надеюсь, что всем нашим телезрителям, которые сегодня послушали, эти советы были полезными, и все у вас будет хорошо. Дети обязательно прекрасно пройдут адаптацию к школе, к садику и к взрослой жизни, конечно же. Оль, спасибо огромное. Надеюсь, еще с вами обязательно встретимся спасибо и поговорим вам уже на другие интересные темы. Спасибо. Дякую вам за те, що протягом цього часу були поряд з нами. На все добре.